Знаете ли вы, почему пальцы Бога и Адама не соприкасаются на знаменитом произведении искусства Микеланджело на потолке Сикстинской капеллы в Ватикане? Эта сцена, известная как «Сотворение Адама», изображает момент, когда Бог передает жизнь первому человеку. На этой картине палец Бога вытянут до максимума, но палец Адама находится с последней согнутой фалангой. Смысл этой сцены состоит в том, чтобы показать, что Бог всегда рядом, но решение остается за человеком. Если человек хочет прикоснуться к Богу, ему нужно будет вытянуть палец. Однако и с согнутым пальцем он может провести всю свою жизнь, не ища его. Последняя согнутая фаланга пальца Адама символизирует его свободную волю. Микеланджело через это изображение передает глубокую мысль о том, что духовный путь и выбор – это всегда личное решение каждого человека. Бог всегда готов принять нас, но только мы сами можем сделать первый шаг навстречу Ему.